Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 8 мая. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Коль утром ветер с востока задул, к солнечному дню без осадков. Ежели соловей песнь свою завел, то положено начало понижению уровня воды в реках. А если над головой кучевые облака плывут, предвещают кратковременные осадки. А какая же погода ждет нас завтра, 8 мая? Сейчас я вам об этом поведаю. В Сибири уже весна разошлась. В селе Довольное Доволенского района Новосибирской области аж плюс 23. Сухая и солнечная погода. Тут сложно остаться недовольным. В поселке Домбаровский Домбаровского района Оренбургской области еще теплее, плюс 25. Температура только набирает обороты. Вскоре будет еще жарче. В поселке Дорогобуж Дорогобужского района Смоленской области плюс 15. Вот оттуда дождь пока не уходит, льет без остановки. Но послезавтра он наконец-то закончится. А вот у кого солнце пропало, так это у жителей села Доброе Симферопольского района Республики Крым. И температура все идет на понижение. Но скоро осадки прекратятся, и вернется жара. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!